Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В январе, феврале и марте этого года автоинспекторы в Кировской области выявили почти 1100 нетрезвых водителей. На повторном управлении в состоянии опьянения, по данным управления ГИБДД, попались 93 гражданина. Большинство из них были приговорены судами к обязательным работам. 11 нарушителей получили штраф, 9 пополнили ряды заключенных в исправительных учреждениях. Им предстоит провести там от 4 месяцев до 2 лет. Трасса 101. Федеральное министерство юстиции полностью отказалось от планов по увеличению штрафов за нарушение ПДД. Новые расценки ведомство планировало закрепить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Например, взыскание за превышение скорости от 20 до 40 км в час могло вырасти с 500 рублей до 3000. Также Минюст предложил установить единый срок давности для нарушений в области безопасности дорожного движения в 1 год. Трасса 101. Начались продажи полноприводной версии «Шкода Корок». Минимальная стоимость кроссовера – почти 1,5 миллиона рублей. Оснащается он бензиновым турбированным мотором объемом 1,4, мощностью 1,5 сотни лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 8 секунд. Трансмиссия – 6-ступенчатый робот. В перечне оборудования, в частности, кондиционер, система курсовой устойчивости, ассистент подъема в гору. Трасса 101. «АвтоВАЗ» объявил войну владельцам автомобилей «Лада», которые прибегли к так называемому чип-тюнингу. Теперь в дилерских центрах у машин, которые находятся на гарантии, будут обязательно проверять версию программного обеспечения блока управления. Если будут обнаружены какие-то отклонения, то авто с гарантии слетит. Подмену обнаружим в любом случае, предупреждает автопроизводитель. Трасса 101. В Южной Корее на испытаниях замечен 7-местный Hyundai Creta. За счет увеличения колесной базы салон кроссовера стал просторней, а длина кузова приблизилась к 5 метрам. Среди других внешних изменений – другая решетка радиатора и прямая крыша, что увеличивает пространство над головами пассажиров третьего ряда. Будет ли новинка продаваться в России – неизвестно. Цены на Creta сейчас начинаются от 972 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.